замутила наш небосвод. Девушка тоже мерзнет. Полина, привет. Я знаю, вот Ирина уже рассказала, что вы сегодня исполняете песню «Мечта сбывается». Да, мечта сбывается. Вот моя мечта сейчас, чтобы было чуть-чуть потеплее, потому что невероятно прям испортилась погода так резко, так жалко. А вот мечта сбывается? Вот твоя какая-нибудь заветная мечта сбылась? Да, мои мечты все сбываются. Самое главное — хранить их в секрете. Они сбываются у меня все. А те, которые вот сбылись, можно уже озвучить? Нет. Вообще? Ну... Я стала певицей, я стала артисткой, и все, что касается дальнейшего, это все секрет. Кто-то из участников нравится уже, пришелся по вкусу? Да, очень, безумно нравится. Только я, по-моему, неправильно, Джамала. Джамала, да? Да, Джамала, это просто шедевр. Естественно, из Индонезии, как его зовут? Санди Сандоро. Санди Сандоро и девочка из Украины. Мила Нитич. Да, вот, мне кажется... Это и есть. Хотя мне очень нравится еще пара нормальных тоже. Да, прикольно. Вот, кстати, вот о паре нормальных. Вот как ты думаешь, а есть ли вот исполнители уже сейчас, которые вот в дальнейшем могут стать поп-звездами? Ну, которые, клипы которых могут ротироваться, например. Ну, я думаю, что вот это они и есть. Мне кажется, я выбрала тех, которые самые достойные. Но я надеюсь, что хотя бы пара нормальных, поскольку они уже не проходят по баллам, по-моему, или нет, не знаю. Но все решит последний день, третий. Да, но они хотя бы займут приз зрительских симпатий, потому что они очень достойны, они артисты, и мне кажется, это очень интересный проект. Спасибо, Полина, и не мерзни, и хороших. Я пойду доделывать волосы пока.